Ребят, у нас в гостях Дмитрий Анохин, представитель компании «Время шоколада». Дмитрий, расскажите, пожалуйста, немного о вашей компании. Здравствуйте. Мы занимаемся производством шоколадных изделий и продажей оптом по России. Вот уже 4-й год. На выставке участвуем впервые. Достаточно забавно было повстречать на выставке своих конкурентов, они сами об этом сознаются. Много встречали и дистрибьюторов, с которыми уже работаем, с теми, с кем хотели поработать, но почему-то не нашли контакты, и они узнали нас, мы, говорит, видели ваши коммерческие. Вот как-то вкратце, достаточно позитивное и очень хорошее впечатление, много очень контактов, даже не представляем, как мы будем их, ну, корректно обрабатывать, расставлять приоритеты, и мы в целом довольны. Сами не ожидали, что так будет интересно и масштабно. Были в качестве участников, но не догадывались, что практически вот половина и даже, может быть, добрая часть прохожих – это твои целевые клиенты. Поэтому нам все нравится. А какая задача максимум у вас на данную выставку? Собрать какие-то интересные контакты, возможно, заключить какие-то предварительные договоры. Как сказать, процесс работы и само предложение уже обкатано. Просто расширяем клиентскую базу, ищем новые каналы. Есть какие-то свежие идеи, что-то посмотрели у конкурентов, кто как делает. Естественно, поедем на следующую выставку уже с большими, гораздо большими площадями. Знаем, как это красиво представить. И, ну, вкратце, примерно так. Спасибо вам огромное.